Что-то Первого себе придумаешь, опыта Антоха, создать. как придумаешь. Для этого закапу взять. Не суммонером, да? Не Не суммонеры. суммонером. Ну, не суммонеры тоже есть разные. Аж можно... Можно. Паладин, какая-нибудь темная охотница. Боже, да это идеально. Темная охотница суммонер, она спа. Она, подожди, тогда Артес, темная охотница. Артес суммонер тоже, он в конце призывает армию мертвых. Стоишь три компа, короче, на танчишь, темная охотница, Артес за них хилит, да? Бесконечно надо просто хилить. Создать их кто-то. Я сейчас смотрю какую-то карту, блядь, я хуй не знаю какую, блядь. Хер его, блядь, знаю, как его создавать. Дал прям задачку, блин. Давай вот ты это, я не знаю. Похер. Там читер сразу вылазит. Ладно, я за вампирика, наверное, поиграю. Хотя, наверное, лучше какой-то рейндж, да? Нормально. Я не знаю, Антон, без суммонеров. А как ты это себе видишь без суммонеров? Я бы там еще предположил, ну ладно, панда, хорошо. Панду можно взять. А даже не суммонер. Хорошо, панда, кто еще? Ну, нужен кто-то, что кто убивает толпы прям. Ну, понятно, что вначале хорошо иметь какого-нибудь крысотыху, да? И... Мановар. Или как его? Ну, поначалу не справлялся, но... Пока поначалу. Не знаю, две панды и паладин, ну блин, ну надо третий левел вкачивать. То есть надо брать эльфов, качаться через, блин... Я не умею играть панда, если честно. Через бараки, там как-то раскачиваться до третьих левелов, потому что на первых левелах ты там что задуешь. Я не умею играть за панду. Не, ну вампирик тоже может ауешить хорошо. Да ауешить может и поджигатель как бы. Давай возьмем Артеса. Не, ну он же не может по воздуху уешать. Давай возьмем Артеса, Монороха и Вампирика. Ну, чисто потестим. А подожди, без панды? Ну, этот вампирик будет ауешить, получается. Ну, я не верю, что одного ауе вампирика хватит, если честно. Против прям трех компов. Потому что он, блин, медленно и дрещает. Не, ну у него волна очень сильная, надо. Ну просто ну, на первом левеле прям пойдешь и всех убьешь. А нельзя играть в 2 героя, в 3 героя? Ну так а ты их раскачаешь? Тут на карте даже мобов мало, блин, на этой карте, чтоб там... Ну когда там 10 левел, наверное, можно 2 героя нанять. Не, ну просто толку от того, что у тебя 2 героя, ну один герой 3 левела, ну вдруг раскачать. Ну, а аура Артеса, в принципе, левела неплохая и на первом, и на третьем уровне. Чего-чего? Аура Артеса неплохая на первом и на третьем уровне. Я это понимаю. Еще неплохая, конечно, нежить и скелеты. А еще неплохая, допустим, ну, Тинкер очень классный. Но, опять же, он, типа, наверное, суммонер все-таки. Гоблин с заводом, блин. Насчет... Не, он же суммонер считается. Завод. А как насчет алхимика? Давай вообще априори скажем, что мы будем эльфами. Потому что нереально за остальных, наверное. Ну, блин, умные колодцы все-таки, когда ты играешь в одного героя, ну, слишком важны, чтобы, блин, прям думать о чем-то другом, правильно? Там особо выбор, кстати, небольшой. Нет, за это эльфов. Верно. Там по-любому то верно. Можно, конечно, мэпку брать. Блять, сейчас. Дим, ну завтра тебе позвоню. Я тебе предварительно сам позвоню, скажу, что тебе позвоню. Ну чё, играюсь пока.
А нет, подожди. Если условно какой-нибудь, я же говорю, панда, алхимик, паладин. Нет, или... Ну просто или даже без паладина, или без паладина, да. Может соло? Может соло. Есть только мэвка. Только мэвка. Остальные нужны инставерны только. И вот эти все элиданы, блядь. Ну элидан, в принципе, бульмень еще. Ну тоже не то, чтобы быть супер-мега, блядь. Не, ну если мечников, против мечников, под хилом он нормально может пожечь. Есть гном как бы. А гном прям адский ауешер, да? Нет. Не, он неплохо ауешер, ну просто он по воздуху не ауешер. Фокусный. Ну перспективу он такой себе барсук. Ладно, вампирик действительно, в принципе, не сильно. Вампиризм этот нам ничего не даст против трех компов, правильно? Вообще. Ну, мы не просто не отвампиримся, блин. Его можно даже и не брать. Тогда лучше я возьму Керна с волной. Да, он тоже не бьет по воздуху. Ну, с другой стороны, он скорость дает. Ну, волна не бьет по воздуху? Нет. Ну и ладно. Орков можно взять хила ихнего, в принципе, со змейкой. А, он суммонер. Змейки нельзя. Он со своими геями. Ну, я не знаю, крыса... Можно вообще в три орковские крысы играть и крысить. Но мне кажется, мы не за крысим. Можно, конечно, попробовать поржать сейчас, какая разница, блядь. Не за крысим, думаешь? Ну, попробуем. Давай попробуем за три орковские крысы сыграть. Мне нравится против какого-нибудь анальянца, да? Или эльфа. Как думаете? Мне кажется, светлячков легче всего крысить. И лучниц всяких, чем мы начнем сейчас вот это вот. А светляков там кто угодно хорошо крысит. И поджигатели, и, собственно, эти. И керн, и, блин, даже волна вампирика. Я занят. Угадай. Все, давай. Что такое? Так, мы орки, три крысы, да? Ну они будут нам шигать зараза ману. Ну это если у них будет или там. Ну, у них нет, будет, светляки. Светляки. Там, может, будет, а? Светляки. А он комбы не взрывает светляков. Раненые, по-моему, взрываются. Ничего. Нет, иди на место. Ладно, вы готовы? Да. Место. Просто в три крыса, да? Угу. Надо сразу строить. Магазины там есть. Да. И нам нужно как можно быстрее зарашить одного. Ну, хотя бы экономику. Чего? Хотя бы экономику, так, чтобы он не мог восстановиться уже. Я даже не знаю, чем. Ну как? Крысы через невидимость или крысы через... Через кол. Невидимость. Через кол. Через невидимость, конечно. Никогда не понимал, а чем невидимость против кол лучше, чем кол. Ну, что ты туда прибежишь, раскопиешься, и что ты будешь делать? Ну, враг будет бить копию, а мы будем... С удовольствием! Да, будет это бить копию. Он будет войско просто. Блин. Потом у нас на передке. Я не самый быстрый старт получился. Чего хочешь, а то вкалывать.
Хорошо. Готов вкалывать. Готов вкалывать. Работа сделана. Чего надо, хозяин? Нам нужно больше золота. Работа сделана. Готов вкалывать. Да. Сделаю. Хорошо. Готов вкалывать. Да, вырежем то. Еще надо. Работа сделана. Построить. Готов вкалывать. Я побежал. Чего хочешь? Да. С удовольствием. Сейчас сразу ты. Мой меч жаждет возмездия. Да. Да. Надо еще башню. Слушаю. Охереть, блин. И повинуюсь. А куда идти качаться? Или, а, мы сразу есть. Идем атаковать. Угу. Хороший выбор. Надо еще башню ставить и хороший очень грейд на шипы. Хотя против эльфа... Работа сделана! Хорошо! Нам нужно больше золота! У нас мало древесины. Работа сделана! Конечно, колодцы. Да, владыка. Хороший выбор. Слушаю и повинуюсь. С удовольствием. Не видите только его к моим этим постройкам. Она работа сделана. Что поручишь? А заправить можно было? Есть. Работа сделана. Готов вкалывать. Хороший выбор. Слушаю и повинуюсь. Готов вкалывать. Есть. Да. Да. На базу союзников напали. Отведай моего клинка. Есть. Слушаю и повинуюсь. Хороший выбор. Лапки здесь еще есть. Кто? Хороший лапки выбор. Рядом. Слушаю и повинуюсь. Блин, он сейчас убит мне лапки. Ладно, он то харасил экономику, пока он ушел. По крайней мере так. Что на базу союзников напали? Куря! Я могу еще место ставить лавку. Я! Да! Здесь нельзя строить! Есть! Чего надо, хозяин? Да, владыка! Я! На базу союзников напали! Корпус, хороший выбор! Надо по чуть-чуть разбивать его шахту. Слушаю и повинуюсь! Там портанулись очень много. Смотрите, ребят, там есть фигово. Да.
Что прикажешь? Что поручишь? А, есть! Ну пока я даже левел не апнул. А там уже такое, блин, войско дикое. Чего хочешь? Да-да. На нас напали! Сделай! Да. Офигеть. Слушаю и повинуюсь. На базу союзников напали. Что прикажешь? Хороший выбор. Ура! Есть! О, блин! Наш герой убит. Где вы таверну выкупали? Я сейчас тебе к таверну подведу. Не подведу. Выкупай. А ладно, я уже там. Первого уровня, в принципе. Это где пункт просто гоняет, такое. На базу союзников напали! Что против 50%. Ой, я второй левел, не раз. Улучшение завершено. Мой меч жаждет возмездия. Да. Что поручишь? Да. Готов вкалывать. Хороший выбор. Готов вкалывать. Работа сделана, да? Да-да. Хорошо. Да, владыка. Винанток? С удовольствием. Здесь нельзя строить. Сделаю. Да. Что поручишь? Слушаю и повинуюсь. Есть! Слушаю и повинуюсь. Хороший выбор. Он подозревает. Давай я как ученик согласен. Отведай моего клинка. Да! Да! Есть! Слушаю и повинуюсь. Исследование завершено. Работа сделана. Давай. Работа сделана. Есть, работа сделана. Слушаю и повинуюсь. Отведай моего клинка. Недостаточно маны. Хороший выбор. Что прикажешь? Да. Ну же, кота, не ты. Да, владыка. Слушаю и повинуюсь. Я могу прям банками маны восстанавливать, слышишь, быстрее. Да. Хороший так, выбор. Тут еще вкусный антон, убегает. Исследование завершено. Улучшение завершено. Что получишь? Работа сделана. Работа сделана. Корни не снимает. Есть. Ого, ты третий уже уровень. Крутой ты парень. Знаешь, есть!
слушаю и повинуюсь. Да, хороший выбор. Хороший выбор. Есть. Ну что, ты диспелился? Что прикажешь? Слушаю и повинуюсь. Блин. Работа сделана. Да, владыка. Да. Чем могу помочь? Да, владыка. Так, а возьми Константин, моего рабочего, и поставьте рядом с ним. Слушаю и повинуюсь. Мельфер. Хороший выбор. Или мсы. Да. Банками восстанавливаемся, берем да. сферу. Есть. Берем много сфер. Подаем хороший такое, выбор. Слушаю да. и повинуюсь. Ну, вам вот это идет это. Да. Ну, баста. Можно его все забыть. Слушаю и повинуюсь. Хороший выбор. Отведай моего клинка. Ура! По славу пылающего клинка! Блин, тут подмога пришли. Нет, не убегай. Вы не доходите, там не убегай. Я. Я! Союзный герой убит. Ты заебал. Что-то вон дочь какой-то. Ёбаные корни. Да? С удовольствием. Мы никак экономику пока не нарушили. Ну, в смысле, по дереву нарушили. Не, ну, нарушили, но мы не убили компас какой-то. Чего хочешь? Да-да. Походите, с кем хочешь. Хорошо. С удовольствием. Хорошо. А, вот таверна, тюблин. Видите, там рабочего? Что? Мой меч жаждет возмездия. Что поручишь? Да. Работать сделаю. Что прикажешь? Есть. Да, владыка. Идет атака. Есть! Нет, да! Хорошо, союзников напали! Работу сделаю! Слушаю! И повинуюсь! Слушаю! Работу сделаю! Работу сделаю! Есть! Ну, ура! Исследование побед союзников напали! Моего клинка! Хороший выбор! Да. Ладно, давай разделимся. Слушаю и повинуюсь. Что сделаем? Разделимся по разным базам. Вы будете эту харасить? На базу союзников напали. Да. О, у меня тут две пушечки. Хороший выбор. Есть.
Хороший выбор. Есть. Слушаю и повинуюсь. Работа сделана. Что прикажешь? Работа сделана. Да, работа сделана. Что поручишь? Что прикажешь? Вообще хорошая штука, такой становишься и начинаешь бить им шахту. Просто. Ну, это если тут никого нет. И потом хороший ты приходят, короче, виски их чинить, и ты их залезаешь. Да. Есть. Кура! Слушаю и повинуюсь. Да. Я только что видел комп, короче, на дирижабле. Слушаю и повинуюсь. Хороший выбор. Да. Работа сделана. Что поручишь? Работа сделана. Да, владыка. Работа сделана. Есть. Есть. Да. Слушаю и повинуюсь. Хороший выбор. Я! Отведай моего клинка. Союзный герой убит. А где вы там героев построили, как я там скажу? Есть! Руки получишь на счет. Я! Хороший выбор. Да. Блин, у них тут совы. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Нафига сов ставить, скажи мне? Что прикажешь? Есть. Хороший выбор. Да нет тут никого комп. Ура! Тебе все кажется. Сделаю. На базу союзников напали. Да. Я. Отведай моего клинка. Отведай моего клинка! Ай, блин, сова! Кура! Ава! Да! Хороший герой убит! Я поставил за таверную... Да! Слушаю и повинуюсь! Да, владыка! Есть тут вообще... такая штука, как... Да, владыка! Лавка, да? Вроде. Да, я там все ботинки купил. Да! Ботинки, баба. Слушаю и повинуюсь. Есть! Хороший выбор. Ну там такого карася получается. Хороший выбор. Да. Да, Антоха походу расхерячил. Все-таки есть. Рудник, молодец. Мало. Надо проверить вторые базы. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь. Да. Да, три базы надо по-любому. Есть наш рудник истощен. Слушаю и повинуюсь. Я! Да. По-моему, он не умеет.
хороший выбор. Есть! Есть! Отведай моего клинка! Вообще-то база защищена. Слушаю! И повезло! Да! Хороший выбор! Да! Слушаю и повинуюсь. Хороший выбор. Есть. Слушаю и повинуюсь. А тут надо сразу же поставить. Сразу же поставьте. Что поручишь? Я возвращаюсь к Рамбуму. Опа, какой подгон. Что прикажешь? В этот раз молния сработает, блин. За молнию вот так. Там опять рабочий базу зачитает. Хороший выбор. Да. Да. Хороший выбор. На базу союзников напали. Слушаю и повинуюсь. Ура! Ага, я помогаю вам сразу убили сон. Есть! Ура! На базу союзников напали! Хороший выбор! Слушаю и повинуюсь! Добить, да? На базу союзников напали! Отведай моего клинка! Я! Есть! Да! На базу союзников напали! Есть! Сильно жестко, да? Слушаю! И повинуюсь! Колдуну, я иди туда, я пойду на базу. Нет, мне просто не давать им там старый тот. Ура! На базу союзников напали! Пиздец, что у нас тут закончился канал. Хороший выбор. Канал за этих вот не стоят. Так, ты как? Где-то подпрыгнул. Он как рейд делает, но не гвоздь. Слушаю и повинуюсь. На базу союзников напали! Да, владыка! Ну, у них как бы тоже нет ресурсов, поэтому не надо забывать. Да. Под башнями их надо будет принять потом, когда они на базу на основную придут. У меня дохера достаточно башни. Да! А можно пока не уносить? Пошли. Ну, это древо чудес. Слушаю и повинуюсь. Древо чудес? Не мешает вам. Хороший выбор. Давай вот этого чувака. Ладно, я сам, не надо. Я сам. Да. А то в соль. Да ты на меня портуешься, я не могу представиться. Слушаю и повинуюсь. Ну я помогать. А понятно, да. Не убил меня просто. Отведай моего клинка. Короче, все сюда, потому что там открытие. Я! Отведай моего клинка! Есть! Ура! Ура! Ну нет денег! Вот трое! Из казармы, из древа мудрости! Ну здесь выходят, качают нас, что чего нам мешаешь, что ли? Вот она, давай убьем главное здание. Ну и можно еще. О, дрябы. Что поручишь? Отведай моего клинка! Ура! Хороший это выбор. Потом лапка. Я! Обратно, Кент. Да! Ура! Химеры. Хорош!
Держи мой бар. Да. Есть. Слушаю и повинуюсь. Можем. На базу союзников на базу. Ответы моего клинка. Есть. Слушаю и повинуюсь. На базу союзников напали. Отведай моего клинка. Хороший выбор. Курай! Да. Слушаю и повинуюсь. Я! Хороший выбор. На базу союзников напали. Есть! Хороший сразу выбор. Он тут хилится, блин. Да. Блин, это не повышенные. Его свет ненавижу. На базу союзников напали. А, нафиг мне тоже не будет. Да, владыка. Хера он там настроил. Ладно, пойдут ему баку компу. Слушаю! И на базу союзников напали! Хороший выбор. У меня, кстати, денег почти нет. Ура! Я заметил. 455. А я почти беру 50 своих побольше. Базы на удаленные заработки. Да. Есть. Отведай моего клинка. Ура! Я! Да ты заебался, мой левел, блин, я пятый не могу достать. Просто лично восстановился. Отведай моего клинка. Ура! Есть. Есть. Слушаю и повинуюсь. Базы мониторить, несмотря ни на что, прям надо. Это серьезно, ты что-то рассказываешь? Что прикажешь? Да. Хороший выбор. Слушаю и повинуюсь. Да. Есть. Отведай моего клинка. Я. Отведай моего клинка. Ура! Я. О, это герой, мне было. Я! Отведай моего клинка! Хороший выбор! Да! Хороший выбор! Так, вихрь клинков. Хорошо. Есть! На нас напали! Ура! Вот они какую-нибудь рабочую здесь поставят? Слушаю и повинуюсь. Ага, я вижу, я сейчас разберусь с этим. Да. Правильно. Есть! Ура! Слушаю и повинуюсь. Хороший выбор. Отведай моего клинка. Да. Хороший выбор. Слушаю и повиную. Во славу пылающего клинка. Еще.
Ни разу не сработала сфера. Беги, беги, беги. Курсом, блядь, откуда у тебя столько маны? Отвергай моего клинка. Пушка, 22 хп. Есть. Недостаточно. Слушаю и повиную. На базу союзников напали. А теперь убивал вообще на 14. У меня нету денег на постановление героя. Чего надо, хозяин? Шахта. Две шахты сразу. Хорошо. Что поручишь? Лучше себе тогда бабл купить на всякий случай. Да. Что поручишь? Вставай тут не дрепать. Есть. Курай! Курай! Вот на светляков, конечно, хороший легко проходит, да? Союзников напали! Чего надо, хозяин? Нас напали! Сука, не заканчивается никогда, и все, фишка такая новая. Слушаю, и повинуюсь. Я уже не знаю, сколько сломал у этого фиолета, он, блядь, здание строит, блядь. Отведай моего клинка. Я! Короче, мы уже дальше. Есть! Ну, ты будешь убивать. Да! Хороший выбор. Да. Ух ты, есть. Вот это опасно. Ура! Отведай моего клинка. Слушаю и повинуюсь. Да. Есть. Да. Не идут куда-то к нам на базу. На нашу базу напали! Не покупают, я выложил тебе. Да, владыка. Да, бальзам лечения у меня есть. Хороший союзников на базу, да? Надо их убивать. У меня, к сожалению, в откате все. Давай потом пойти на базу. Слушай, давай, у него там башни хватает. Слушаю и повинуюсь. Чего хочешь? Не туда. Но надо. Чего туда? Да. А, есть смелый. Его клинка. Жираться. На меня кинули такой гадость, блин. Хороший выбор. Она меня убьет, поэтому я телепортом попробую протонуться. Есть! На базу союзников напали! Хороший не выбор! Остался. Ну, забивай на базу. Буду скупляться в другом месте. Я пробегусь по шахтам, короче. Да! Зайти еще древо это. Я на дальнюю сбегу. Будем дефаться теперь на следующей базе. Что поручишь? Да! Да, владыка! Если сейчас они базу поставят, то это будет будет. Точно. Играем великана, нахер. Слушаю и повинуюсь. Ну, не, видишь, что не разрушаем. Я! Есть. И на базу да. Идет. На
нашу базу напали! Ой, хороший выбор. Протыкайте, пожалуйста, не жестись. Слушаю и повинуюсь. Нам лунный колод сам пришел. А что-то мне подсказывает, что может быть одному и нас следует. Хорошую базу союзников напали. Это я называю, короче, давайте сыграем еще партиечку по пырику, да? Да. Слушаю и повинуюсь. Мы в башню ударились, мы убили химер. Да. Что, вливаешься в эту толпу, Кен? Не-не-не, ты шо, ты умрёшь там? Ну, блядь, ладно. Наш герой. Я думал, ты тоже вертухан будешь, ладно. А ты уже на ветер есть? Что? На базу союзников напали! Вот бы мне сейчас толпу герой, тебе хилер поубивать. Сейчас бой возле базы скинем. На базу союзников напали! Не-не, умираем или побеждаем. Ну, Антон, ну ты просто пошел и отдал. Ты не неуязвимый, когда эту хрень так скинул. Это не я. А, это я. Да. На базу союзников напали! Я думаю, мы с тобой вдвоем вырываемся и уничтожаем там просто все. А у меня даже мама не было, он уже там. Ты не сказал бы. Я там всех на пол хп разнес. Если бы ты бил, если бы у тебя была мана, мы бы там как раз дали бы, как раз дали. Не знаю, как ничего. Ладно, я вам скажу, в какой момент мы неэффективно сыграли, допустим. В самом начале. Смотри, не, ну, скажем так... Нарезали мы вроде бы ничего. На базу я вот думаю, где вот на этой карте можно поставить стену башен, чтобы мы могли под ней жить. Что прикажешь? Я очень не хватало какого-то внутри эльфа. Да. У меня просто в конечном счете заканчивается золото на хилке, на все остальное. На базу союзников напали. В принципе, можно вообще, ну ты, ну мы добыли все шахты, никто не строит у себя башню, можно там парочку поставить, а потом... Не, можно, можно просто башню строить где-то в проходе. Кучу башен. На базу союзников напали! Против компа использовать, да, если когда они будут атаковать, мы защищаемся башнями. Ну, видишь, на высоких уровнях не сработало. То есть, если мы убили Кемия... Что поручишь? Я не знаю, идти проверять их не базу, уже не посмотрим. Союзный герой убит. Так, все, все на сегодня. Ну, можем попробовать. Ну, давайте тогда с эльфами. Ну, давайте, давайте в две тихие, эльф. Я не хочу такой, он мне не нравится. Я не умею играть. У него, блядь, одна кнопка стоп и все. Так надо просто не умирать, а у тебя не получается. Ладно, а кем ты хочешь играть? Не знаю, давайте без ограничений на сумму. Мне кажется, без ограничений, ну, с ограничением на... Хотя можно и без ограничений на сумму. Да не, давайте без суммонеров. Все-таки одного тихо оставляем. Кент, я думаю, ты им играешь лучше всех. Антоха, выбирай кого хочешь, но только чтобы он мог ауешить. Вот, и ты просто там по откату, тоже маны должно хватать, и просто по откату заливаешь вражескую армию
или рабочих овешками. Должен хотя бы третий левел получить. Получим. Ну это не на рабочих. Ты не получишь на рабочих третий левел. Ну ты Ханас покачает чуть-чуть. Получается, кто может ауешить в принципе? Ну Мэв, ну блин, лучше бы я за Мэв играл, если за нее играть. Мэв это пиздец. Да. Мэв это просто ёбнуться. Ну Мэвки надо, наверное, изначально играть через блинк. Алхимик можешь? Нет. В смысле алхимик не уешит? А алхимик ауешит хилкой. Отлично. Ну, ауешит же. Сейчас я подумаю, я сейчас подойду. Не, ну и под хилкой я уешка, ну в принципе тоже ничего, Кент. Прям чтоб совсем-совсем никак, это нельзя назвать. Нужны вот такие вот, если брать ауешников, алхимик, герои, алхимик, во-первых, эти химер на шестом уровне будет просто, блядь, десятками уничтожать, например. Ну, если он доживет до этого уровня. Вы тут красоты хой или раскачались от алхимиком? Как раскачать шестой левел? Ну, сложненько, но можно, я думаю. Я думаю, если говорить о ауешерах, это должно быть панда. Или Мэв, или вампирик. Там еще у нас жесткие ауешеры. Не знаю, вроде все. Тинкер хороший очень, но он типа суммонер все-таки. Тинкер это кто? Алхимик хороший вариант насчет того, что просто золото будет бесконечно, если его вкачать до шестого левела. Слушайте, а из эльфов можно и даже, если до шестого уровня докачаешь, то можно и эту, блядь, тиранду. Нет, не можно. Ты, кажется, не докачаешь. Тиранда не тащит против того. Ты умрешь там, короче. Да. Чего? Я хочу алхимика. Блин. Ну ты странный. И что ты будешь делать алхимиком до шестого левела, расскажи мне. Да, гранату, ярость. Массово три раза хитнешь? Массово три раза хитнешь? Нет, кидать гранату на понижение защиты, кидать ярость и... И точечно. Да. Не знаю. Ну а кем убивать массово просто, я не знаю. Тогда... Ну я еще раз говорю. Мэв, вампирик, панда. Давай я пандой тогда буду. Я на тышу. Через козла пойду. Во-первых, он суммонер. Я не буду вызывать суммонов. Я буду корнить. Ну это не лайтовая хрень. Это ты, может, там поначалу что-то покорнишь, а потом это будет одно место. Да. Ну, блин, ладно. Не хотите по-хорошему. Ну, панда так панда, господи. Играй тоже за панду. Ну, пандой сложнее раскачаться. Вначале пандой будет сложнее. Потом панда может сама армию убить, а козел может корни кинуть. Кент, прям армии там у тебя разносят все, блин. И МФК разносит, блин, и крыса ТХ разносит, только ни хрена не разносит, блин. Седьмого левела, я тебе говорю, я разнесу все эти компы со всеми армиями. Кем, все, пандой? Я беру МФК, все. Хорошо, я ее прокачаю. Я, ну, хотя бы до пятого левела, хотя бы. Лучше, конечно, до шестого. Я даже ульту брать не буду. Готовы? Да, только смотри, у нас есть правило, на суммона нельзя, но я суммонов на один раз выучу, чтобы прорываться им задним, сзади на крысу. А? Ну суммона, ну этот козел. Я не услышал, нормально или нет? Бери суммона, пофиг. Брать суммонов и суммонами драться? Ну, ладно. Да.
пока здесь, а потом придумаю. Так, а где у нас первый комп? Ага, вот это. Вот это первый комп, да, получается? Блин, далеко к нему пробиваться через лес. Если что, там стартовую оборону какую-то поставьте, а может лунные колодцы, массы, башни уже где-то у меня будем строить. Здание готово. А что у тебя? Здание я крайний. Готово. Ну, мы будем первые две базы отдадим, а на последней будем драться. Да как? Не, можно, конечно, им скина поставить, в принципе, разница небольшая. А зачем базы отдавать? Думаешь, мы, ну, я к чему говорю, к тому, что если мы построим все три башни, ну, все втроем башню кого-то одного, то их, ну, не пробьют, а если у всех, то... Её пробили. Здание готово. Тебе рабочий. Тебе рабочих отсылаю, чтобы потом без них башни кирпать. Да. Должен защитить эту землю. Где опасность? Наши воины вступили в бой. Блядь. Отстань! Ух ты ж упоротый! Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Я... Отчаюсь. Отчаешься? Приказывай. Мне бы тоже было бы неплохо. Да будет так. Что ж, хорошо. Естественно. За Калимдор. Во имя духов. За Калимдор. По возможности к ним пробегайте, там старайтесь не что-то. Время пришло. Естественно. Время пришло. Наши воины вступили в бой. Природа не знает усталости. Да будет так. На дороге стоишь. Твои колодцы. Что ж, хорошо. Не твои колодцы. За Калимдор. Ты нормальный вообще, Антох, как бы? Это мои колодцы, они мне нужны. Что ж, хорошо. Они мне нужны. Вдвоем качайтесь и будет зашибись.
везде опасность. Да будет так. Во имя духа. Бля, это что, немы? Боже, боже, кто нарушил далеко, наш да? покой? Ладно. Никто ну, не смеет вредить природе. Смерть осквернителям. Естественно. Приказывай. Да будет так. Что ж, хорошо. Здание готово. А ничего, что против нас волчики? Приказывай. Здание готово. Естественно. Познай гнев природы. Смерть осквернителям. Наши воины вступили в бой. А ты зачем так меня подставил-то? Наш герой пал в бою. Потому что... Ладно. Что ты подставил? Я думал, ты следишь как бы. Нет, я смотрю, ты там бьешь, и я думаю, ну и ладно. Союзники, и поставьте галочки в общие войска. Может там как там друг другу поможете. Антох, иди там. Дыши на первое в него полностью. А лучше, конечно, потеем у эльфов. Ну пусть давай перезнаем. Я должен защитить эту землю. Лучниц, чем... Орковский, сейчас ты будешь задавать бугаев. Не то, чтобы это нереально было задавать бугаев. Ну просто... Здание время готово. Пришло. Кто я нарушил стал, наш покой? Здание не, ну готово. Смотри, как хорошо стал, конечно. Я там пробивал, он стал такой, понял? И мы можем здесь забузить и тысячами просто убивать врагов, тысячами. Нет, так и хорошо, посмотрите. Такой читерный абузер, вообще. Здание готово. Смотри, он там просто повинует их. Нужна помощь. Во имя духа. За Калимдор. Не я. Познай гнев природы. Никто не смеет вредить природе. Блин, было лучше, когда ты там стоял, Антон. Естественно. Я серьезно. Ты сейчас плохо вот это вот теперь сделал. Что ж, ну, хорошо. Меня все убили, я портанулся оттуда. Природа не знает усталости. Во имя духа. Здание готово. Наши да воины вступили так. в бой. Что ж, хорошо. Улучшение завершено. Да будет так. Наша священная роща осквернена. За Калимдор. Сейчас буду. Во имя духа. Кто нарушил наш покой? Естественно. Наши воины вступили в бой. Да я тоже попричу. Естественно. Во имя духа. Хумчики. Хорошо. Наша священная роща осквернена. За Калимдор. Что ж, хорошо. Во имя духов.
Да будет так. Наша священная роща осквернена. Блин, у вас даже Т2, что ли, блядь, нету, блин. Базе союзника нужна помощь. Портуйся, не знаю. Здесь строить нельзя. Природа не знает усталости. Я делаю. Базе союзника нужна помощь. Сказал, что для Т2 нужно этот самый. Что ж, хорошо. Смерть осквернителям. Естественно. Базе союзника нужна помощь. Не палка героя. Давай пошли, эти катапульты запись. Наши воины, наша священная роща осквернена. Смерть, пойду сейчас запарю. Базе союзника нужна помощь. Никто не смеет вредить природе. Во имя духов. Познай гнев природы. Блин. Наш герой пал в бою. А я не увидел второго, прикинь. Здание готово. Здание готово. Четвертый. Блядь, мудак. Блядь, такой упоротый. Да, у орков еще, конечно, волчьи всадники, блин. Да не, ну против орков... Давайте переиграем сразу. Давай, ну если вам нравится, то давайте переиграем. Мы должны прийти на помощь союзникам. Да не, ну просто не план, план другой да был. Я понимаю, хотелось легче. Не, ну мне вообще изначально понравилось, что вы ушли, мне все зеленые точки оставили, я легко взял третий левел. Ну и нормально. Что-то там а я пробил дырку для нас, чтобы мы убили врага. Правда, там оказался орк, что как бы не вариант такой, знаешь. Не, ну что, я там поджигал штуку, короче, что это дырку, а ёва, это было весело. В том проходике. Мне, знаешь, кажется, что это глупо немножко. Вам бы лучше пойти просто вдвоем, просто прокачаться до третьего левеля, хотя бы там до второго с половиной. Нет, Кент. Это да, все. В разы лучше. Антоха бы там дыхание... Кто-то один все равно должен быть ордой. Тогда давайте я буду ордой. А зачем кому-то быть ордой, напомню? Ну, вы-то поставите всяких этих на хилки, а... На всякий случай, чтобы быстро регенить ману, лучше орковская. И сфера молнии, им лучше сферы яда. Мне вообще сфера не нужна. Ну, ладно, давай орка. Ну, панду все равно. Готовы? Да. И как бы, ну, эти, да, эти колодцы, конечно, хорошо, но иногда бывает, что они заканчиваются, хилиться надо. Ну, можно покупать бесконечно эти, ночь. Хилишься. Не значит, что колодцы не должны меняться. И снова я крайний. Начали. Недостаточно золота. Потому что я понял, короче, нет смысла драться, блять, на этой точке с големами, блин. Че это есть? Зашел? На угловых точках там голем стоит здоровый. Я думал, я сейчас с драком втанчу и... Это не точно. Давайте тогда пройдемся быстренько по зеленым точкам. Не, да я не надо. Вы можете вдвоем пойти не на зеленый. Не, в принципе, можно не втроём попробовать быстро, но это, по-моему, это будет больше. Надо разделиться хотя бы. Не могу, может, ты хоть оттуда пойдёт по зеленым точкам, а мы пошли вынесем по жёлтым. Здание готово. Ну ты. Недостаточно золота.
Чего? Героями сразу пойдем и вынесем точки на шахтах, типа, качаем их до третьего левела. Фига ты мощный. Здание готово. Видел, как я там, короче, эти лавки попрятал у орков? Построил лавку, понял, у орков. Прогрыз дерево и в деревьях спрятался этой лавкой. Что, не зеленые оставляете, да? Вы там что хотите? Да. Я должен защитить эту землю. Где опасность? Я готов скинуть, если что, на шахты сразу. Да будет так. А какие? Линкани? Вот там, где за Каримдор. Он там будет тебе по карте искать. Естественно. Хорошо, пошли на шахту. Что ж, хорошо. Да будет так. Приказывай. Познай гнев природы. Сможем сразу лавку уже полезно. Наши воины вступили в бой. Я убегу лавку. Природа не знает усталости. Недостаточно золота. Где опасность? Время пришло. Не взял, да, Антон? Не, я все равно рабочего представлял, строить этот самый. Приказывай. За Калимдор. Кин, идешь? Сейчас. Ищи туда. Ладно, ладно, пошли туда. Здание готово, здание готово. Во имя духа. Здание готово. Что здание ж, готово. Хорошо. Время пришло. Никто не смеет вредить природе. Здание готово. Естественно. Смерть осквернителя. Там он тебе где-то подошел. Никто не смеет вредить природе. Да будет так. Я вижу, блин. За Калимдор. Ага, беги, чтоб ты такой нафармил, да? Сам беги. Во имя духа. Ай, блядь. Да будет так. Во имя духов. За Калимдор. Ладно. Что ж, хорошо. Тащите, как тащите. Естественно. Где опасность? Во имя духов. Что ж, хорошо. Нас ближайший. Костя, ну я пошел к тебе строить башню. Приказывай. Здесь природа не знает усталости. Естественно. Кто нарушил наш покой?
Да, иду. Кто нарушил наш покой? У меня в откате. За Калимдор. Тут враг. Где опасность? Приказывай. Да будет так. Смерть осквернителя. Здание готово. Да будет так. Я предлагаю делать ноги. За Калимдор. Здание готово. Здание готово. Естественно. Во имя духов. Что ж, хорошо. Да будет так. Я пошел. А? Естественно. Что ж, хорошо. Они стопудово на шахту пошли. Природа не знает усталости. На шахте. За Калимдор. Во имя духов. Что ж, хорошо. За Калимдор. Они всех убили. Во имя духов. Естественно. Это было здесь. Да будет так. Да блин, какие время корни? Время пришло. Ты где-то лазишь. Кто нарушил наш давай покой? Здесь, короче, я тебя жду здесь на таверне. Да я будет так. Или так, или так. Что ж, хорошо. Во имя духа. За Калимдор. Наши воины вступили в бой. Естественно. Естественно. Да будет так. Что ж, хорошо. Во имя духа. За Калимдор. Никто не смеет вредить природе. Смерть осквернителя. Набирают мне героя. Во имя духа. Да будет так. Что ж, хорошо. Смерть осквернителям природы. За Калимдор. Познай гнев природы. Блин, а мы ее тут съели, лавку? Познай гнев природы. Ну ж было тут... Сидим вот это, вот эти походы. Ну давайте. Ща, мне не цепляй. Ну давай, подлеча. Нельзя. Не, это шо, чем выше левел, тем круче. Приказывай. Катаешь, давайте. С кем? А где деревья? Враги. Естественно. Естественно. Обманы хуйка, обманы, блядь, ни хера нет. Никто не смеет вредить природе. За Калимдор. Что ж, хорошо. Смерть осквернителя. Улучшение завершено. Возвращаюсь. Во имя духа. Да будет так. Наша священная ружья осквернена. За Калимдор. Здание готово. Добивайте, добивайте. Базе природа союзника не нужна знает помощь. Усталости. Время пришло. Да будет так. Что ж, хорошо. Во имя духа. За Калимдор. Во имя духа. Естественно. Да будет так.
Что ж, хорошо. Так, что было просто ну, да намного больше этих пораженных антарных. Хорошо. Где нафиг у нас есть? Блин, похоже, нет какой-то руки. А что тут у меня очень подрывало? Где опасность? Во имя духа. К сожалению, я не могу здесь пройти. Нет, не... За Калимдор. Естественно. Естественно. Да будет так. Где опасность? Что ж, хорошо. Во имя Дурда. За Калимдор. Здание готово. За Калимдор. Мы шахты зачистили, да? Я думал, можно сразу шахту поставить. Тут перчатки скорости. Что, никто не взял, что ли? Мне не надо. Нафиг надо. Во имя духов. Естественно. Нет, мажора, блин. Это помогло. Да будет так. Теперь можно пройти. Что ж, да, хорошо. Здание готово. Никто не смеет вредить природе. Смерть осмертителя. За Калимдор. А где он приступил? Что ж, хорошо. Естественно. Во имя духов. Да будет так. Познай гнев природы. Антоха, видишь, здесь магия не тащит. Естественно. Дриады, блин, твари. Да. Что ж, хорошо. Во имя духа. А еще мама выжигала. Базе союзника нужна помощь. Наша священная роща осквернена. Да будет так. Я чую это. Во имя духов. Угу, такой конченый вообще. Базе союзника хорошо. Нужна помощь. Наша священная роща осквернена. Да запас будет маны. Знаешь, какая хорошая была идея? Умер. Естественно. Нет, во имя духа. Блин, великана, я не знаю. Наша священная роща осквернена. Что ж, хорошо. Базе союзника нужна помощь. Кто нарушил наш покой? Где рабочий ключ? Приказывай. Да будет так. За Калимдор. А он тварь бежит ману сжигать. Познай гнев природы. Во имя духа. За Калимдор. Принять. Естественно. Да будет так. Да будет так. За Калимдор. А пришел. Никто не смеет вредить природе. Я не иду, не иду, не иду, блядь. Не даже. Природа не герой знает герой-союзник упал в бою. Офер добиваем. Смерть осквернителя. Естественно. Это есть. Что ж, я хорошо. Надо делать, если кто-то там заслон спрашивает. Базе союзника нужна помощь. Чего-чего? Да, кто нарушил наш покой?
Кстати, вот ты строишь башню, да? Давай я тоже, наверное, буду скинуть. А где мы строим башню? Нужна помощь. У Кости на базе. Че, у скина? У кого-то. Базе союзника сюда нужна помощь. Исследование завершено. Приказывай. Во имя духов. Время пришло. Базе союзника нужна помощь. Природа не знает усталости. Где опасность? Ты там живешь? Базе союзника нужна помощь. Исследование завершено. Хорошо. Приказывай. Никто не смеет вредить природе. Узнай гнев природы. Здание готово. За Калимдор. Во имя духа. Кто нарушил наш покой? Наши руки смерть отбила тебя. Как нормально, так башню построил. Рейден не успел. Они там уже построили. Наши воины вступили в бой. Время пришло. Естественно. Да будет так. Ну точно бы против хумов каких-то или нежити было бы норм, блядь, но это дриады и великаны. Дриады, великаны и, блин, да, дриады. Где опасность? Я просто, ну, я их не знаю. Что ж, хорошо. Природа не знает усталости. Я не знаю, я. Во имя духа. Еще лучше, потому что нежить более ватная, чем... Герой союзника пал в бою. Выходим. Да. Мы должны прийти на помощь союзникам. Все-таки чем эльфы. По войскам. Ну, как я и думал, козел никого не убивает. Ты вообще нормальный? Я там тактические ходы делал, блин. Тактически, да. Я, блин, оттанчивал, блин, для Антохи этот прокачку, блин. И... Будем еще пробовать часов. Я корнил эти вот, которые раненые бегают. Ладно, буду без козла, все. А? Ну, еще можно попробовать. Завтра выходной все равно, поэтому... Не, меня просто заинтересовало. Мне кажется, мемка — это ключ к победе. Ну, прям ключ. Ну, просто... Просто у орков вообще нету иммунов магии. Кого мы возьмем в качестве врагов? У нежити есть? Финксы. Ну, финксы тут так... Их можно контрить по фоточечной маге. Я могу нежитским этим личом побегать. Ну... Не король лич, а лич. Ты очень хочешь РДД? Новой побить. Новой тоже надо третий левел иметь. Давай подумаем, кто из РДД классный. Вообще вот так вот, чтоб классный. Эльмада. Чем? Красивая? У нее есть немота. Как бы то, что враги не будут этот самый кастовать. Ну там висит там 4 секунды на первом левеле. Слушайте, ну мы один момент упустили. Какой? Мы всегда, если играли через героя, мы делали саппортов, которыми не били. Ну... Мне мемки не нужен рев. Я чисто на спалах, понял. Рев, орковская кровожадность. Да, если ты играешь через какого-то монороуха, там, или даже крысоты ху, это рулит, а если ты играешь через мемку, это не нужно. С мемкой это не сильно как помогает.
Ну, согласны, что нам надо делать все-таки саппортов? Да, ну мы можем сделать по парочке там друидов. Приходил на базу, тебя лечил, там омоложение накидал. Ну, можно. Ну, мне лично тоже не нравится, если честно. Ничего он не сделает. Ну, в смысле лич? А чё? Ну, что? Она закинет ногу утекать, если не умрёт. Уж два раза кинешь новую. Ну, хотя есть скелеты. Если брать скелетов, понял? А нет, скелеты я не хочу. А? Не хочу скелетов. Нет, ну типа жрать их, понял? А, да я жрать могу кого угодно, блин. Я армию рабочих приведу и буду жрать их. Нет, так ну ты скелетов покупаешь, вызываешь скелета, жираешь его и ну, кидаешь. Разве что ты это как с пулемета будешь ее стрелять. Да я могу рабочих присылать и жрать их. Не, ну дешевле, что, наверное, за 25 голды юнит сожрать, чем рабочего за 75. Как хочешь, скидешь на мушку, хочешь жрать? Так там больше маны. Разве нет? Да, по-моему, у скелетов столько же хп, сколько у рабочих. Там зависит от хп цели. Ты сожрёшь, там не просто сожрать. Если ты кого-то на лоу хп сожрёшь, то мало маны получишь. Ну да, но я думал, там у рабочих же много маны, не? Ну еще есть из РДДшников классных. Ну эльфов говно. У Хумова, кстати, еще куда не шло. Ну это надо позиционно стоять, прям, поливать какие-то лучшие походы. Да. У орков Рохан. Ну, кстати, Трохан неплохой. Если мы уже все равно забили на этих суммонов и змейки, похуй. Не, ну змейки это чит. Прям чит-чит, ладно. Ладно, попробуй своим лечом, не знаю, что ты не стреляешь. Ладно, Антоха Панда. Может не панда? Да не, наверное, панда. Может нужно выбрать какой-нибудь Dream Team, я не знаю, там условный там Артеса, Монорох, там, я не знаю. Артеса, Монороха и кто? Ну, команда мечты там. Монорох всех убивает. Не, ну команда это хорошо. Артес, Монорох и кто еще? Не, ну я Мэв поставлю, кто еще? А, Артес, Монорох и Мэв. Ну, если с кем согласиться. Я думаю, ну ты сразу сейчас ставить начнешь, я просто размышляю. Не, ну в принципе вариант неплохой, как бы. Ладно, побегай за Артеса, господи. Когда прям много-много-много маны. Так, ладно, кого мы ставим против себя? Ну, как бы, Монорох это уже тогда не про спылы, это больше про... Не, ну, наверное, это не очень хорошая идея. Я думаю, поначалу это будет очень круто, а потом, ну, придет армия летающих. У нас Монорох и Артес, а чё? Это пизды вообще, типа. Ладно, давай ставим Лича, Панду, короче. Панда, Панда, это... Ну, давай, я предлагаю, как бы, или нежить, или орков. А бери орков. Я поставлю... Нет, я имею в виду. А, врагов? Врагов. Мне, если честно, даже больше Альянс нравится. Альянс... Не, ну можно и Альянс, да. Можно и Альянс, они тоже достаточно. Мне, кстати, поначалу только легче, потому что, ну, мечники прямо там, ну, блин... Ну, это смешно. Да. Но потом, когда они выйдут с грифонов... Просто изначально орда, ну, бугаи, их не так легко там зауешить, там, не так быстро. А нежить? Нежить все равно пауки с этими, блин. И там будет, в конце все равно будут скелетные драконы, я не знаю, как их контрить, блин, это жесть. Ладно, попробовать. Ну, вообще с ними не стоит бодаться, пока вы третий левела не взяли. Третий левел взяли и все. Чего желает мой повелитель? Можете идти сразу качаться на их точке, не знаю, поставить. Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. Проклятые ждут приказа. Да свершится предначертанное.
прокляты и ждут приказов. Призыв завершен. Призыв завершен. Артесиха. Артесиха. Где прольется моя кровь? Призыв завершен. Артес женился. Теперь он больше не король. Твоя воля исполнится. Склоняюсь перед твоей волей. Нельзя сотворить полный с радостью. Антоха вообще нехороший человек, я смотрю. Ты говорит, а давайте вы мне победите компанию. Кто звал меня? Пошли, Антоха. Это... За короля так, подожди. В смысле? Призыв завершен. А где Монорог, блядь? Какой монорог? Мы же договорились, что оставляем все как есть. Ты, а ты за Лартеса, да? Ну пиздец. Ты ж, ну, у него даже раса, блядь, не подрогал. Нашим союзникам нужна помощь! Здание готово. Брать монорог или не брать монорог? Не надо, ну, блин. Я же спросил, Артесиху, блин, брать? Все ж сказали да, блин. Ты ж сказал Артесиха, а я думаю, Артесиха. Кошмар какой. Ладно. Жёсткая тупилова называется. Так, еще раз. У нас был альянс. Альянс, альянс. У меня были эльфики. Все. Антон, бери раз и к вам. Вообще, я считаю, что когда мы победим этот челлендж, твой дебильный, Антон, надо будет сыграть, короче, против 6 компов, тоже одними героями, но поставить им 50% хп. Я жажду служить. Он тут нереальный. Хоть раз побеждал героя. Твоя воля исполнится. Самого тяжелого, не героя. Да, повелитель. Проклятые ждут приказов. Исполню с радостью. О. Антоха, блин. Проклятые ждут приказов. Ну, рабочие его что-то делают. Жизнь за Нерзула. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Призыв завершен. Призыв завершен. Где вообще жука, блин, а? Ну, поначалу будет классный жук, а потом не очень. Хотя станы нас. Призыв завершен. Не знаю, что плохо против антиэра.
На кого сначала идем? На этих или на этих? Да я тут сам уже, я там барак ставлю, блин, чтобы дистанционно крепиться. Хорошо. На тех, что в начале ты говорил, там какие-то. Я жажду служить. Призыв завершён. Предначертанное. Я говорю, Антоф, ты ставишь планку челленджа такую высокую. Ты хоть раз побеждал сам компанию? Да. Да? Да. Я за каждый раз победил компа за сильного. За Древнее зло непобедимо. Я, конечно, верю, но ладно. Приказывай. Думаешь, брехун, да, он? Мороз по коже. И шо? Я не уверен, что я жуком ищу сильного компа. Да будет так. Ну когда я первый стрельну? Прямо так сюда, в серединку к ним. Так судьбой. Эх. Ощути ледяное дыхание смерти. Твоя воля исполнится. Я сокрушу тебя. Услышь зов могилы. Мертвые идут. Купить себе этот самый. Призыв завершён. Этот самый, помочь мне добить папашу, он меня меньше расходовал. Да, да. Там было подсидок. В последнем матче добавили по двое подсидок в магазин. К твоим услугам. Проси, что хочешь. Твоя воля исполнится. Я поклялся служить Нерзулу. Да будет так. Все, мочить? Сейчас, да. Да. Мороз по коже. Мертвые идут. Да будет так. Проси, что хочешь. Так предначертано судьбой. Приказывай. Твоя воля исполнится. Мороз по коже. К твоим услугам. Ощути ледяное дыхание смерти. Ладно, пускай меня еще побьет тоже. Зелье невидимости, Антон, куда шняга? А еще зелье невидимости такое. Даже в чем-то круче, чем зелье невидимости. Мертвые идут. Так предначертано судьбой. Я поклялся служить Нерзулу. Полите тут мое дерево чудес. Нужно построить зиккурат. Склоняюсь перед твоей волей. Исполни с радостью. На напали. Твоя воля. Иди, что хочешь. Услышь зов могилы. Мертвые идут. Мороз по коже.
Ощути ледяное дыхание смерти. Резень самана, блин. На базу союзников напали. Твоя воля исполнится. Твоя воля исполнится. Зараза, сбил. Призыв завершён. Похоже. Призыв завершён. На базу союзников напали. Услышь зов могилы. Так предначертано судьбой. Да будет так. Мертвые идут. На базу союзников напали. Мороз похоже. Я поклялся служить Ньерзулу. Да будет так. Так, идем воевать. Пошли. Судьбой. Мертвые идут. Твоя воля исполнится. Я сокрушу тебя. Твоя воля исполнится. Услышь зов могилы. Мороз похоже. Да будет так. На кого можно подпомнить? Отборим, доверняй и качаемся. Так предначертано судьбой. Мертвые идут. Я сейчас их встречу. Разворачивайтесь. Мертвые идут. Цитанинкин тнул. Твоя воля исполнится. Я сокрушу тебя. Ощути ледяное дыхание смерти. Так предначертано судьбой. Да будет так. Приказывай. Мороз похоже. Ощути ледяное дыхание смерти. Где прольется моя кровь? Твоя воля исполнится. Приказывай. Мертвые идут. На базу союзников напали. Твоя воля исполнится. Офигели? Проси, что хочешь. Капец вы. Чего желает мой повелитель? У меня тут нету проклятой земли. Сейчас пойду за проклятой землей. Слуга. Идет ума. Блин, понял, иду. Служить Ньерзулу. Да не к нам. Мороз по коже. Так предначертано судьбой. Я сокрушу тебя. Да будет так. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Призыв завершен. Приказывай. Помки откатятся, а странно, он только опять. К твоим услугам. Твоя воля исполнится. Можно там углу ломать с молоком. Мороз по коже. Ай, блин, я ж стрельнул. Мертвые. На базу союзников напали. Так, предначертано. Да будет так. Мороз по коже.
Мертвые идут. На базу союзников моя напали. Моя воля исполнится. Так предначертано судьбой. Я поклялся. Служение завершено. Проси, что хочешь. На базу союзников напали. Я поклялся служить Нерзулу. Твоя воля исполнится. На базу союзников напали. Да будет так. Услышь зов могилы. Мороз по коже. Так предначертано судьбой. На базу союзников напали. Ощути ледяное дыхание смерти. Блядь. Наш герой погиб. Наверное, да. На базу союзников напали. Маны скупили. А еще одна есть, да? И тут всю маны скупили. Он так тут нормально сказал. На тебе, да. На тебе я положил маны. Нормально. А еще есть скилл, который ману вам внесал с лотом. И микрорыкали, прикольно. Ну, манны себе нарегенит, но мало кто, у нас там финки есть дилей. Да, везде, везде есть свои минусы. У меня закончилась мана. Надо опять отходить, наверное, на базу. А у меня два... На базу союзников напали! Этих стоят. Обелиска, если что. Строю древо мудрости. И сделаю себе одного медведя, наверное. На базу союзников напали! Как-то у них быстро закончились мишеньки, ты не находишь. Мы как-то очень слабо прижали, если честно. На базу союзников напали. Мы тут еще базу строим. На базу союзников напали. Древние с твоим услугам. Непобедимо. Ах ты жук. Мертвые идут. Ты вообще нормальный? Мертвые идут. Приказывай. Проси, что хочешь. Это какая-то жесть. На базу союзников напали. Мороз по коже. Да будет так. Так предначертано судьбой. На базу союзников напали. Я сокрушу тебя. Твоя воля исполнится. На какую базу? А, типа на эти. Мороз по коже. На базу союзников напали. Твоя воля исполнится. Да будет так. Так предначертано судьбой. На базу союзников напали. Так предначертано судьбой. Мороз по коже. Не хватает. Да будет так. Мертвые идут. Приказывай.
Услышь, в могилы. Из-за невидимости один. Твоя воля исполнится. Да будет так. Мертвые идут. Он таки хоть панда прокачался. Не то чтобы это прям сильно дофига. К твоим услугам. Обращаюсь. Ну, уже пятый, блин. Но я поклялся служить Нерзулу. Вчера есть, КП нету. Проси, что хочешь. Контору. Что? Блин, надо кому-то помогать. Проси, что хочешь. Наш рудник почти истощился. Рудизм, наверное, да. Все, вот знаешь, вот меня терзали, начали терзаться какие-то сомнения, что как бы хумы. Я поклялся служить Нерзулу. Голосом подойди. Твоя воля исполнится. Так, он стоит, спасибо. Он стоит медведем. Приказывай. Пойду. Мороз по коже. Так предначертано судьбой. Не достаю, ну чуть ближе. Да будет так. Ладно. Я пойду медведем. Мертвые идут. И меня. Сейчас. Будет медведь порой. Погнали. Тарасить эту базу, я не знаю. Потому что... Нет, вот у них еще и тут база. Вижу, видишь, хорошо. Твоя воля исполнится. Кто там желтый? Да. Так предначертано судьбой. Здесь нападут первоцель мортиры. Мороз по коже. На нашу базу напали. Он же не отобьется. Мороз по коже. Да? У меня даже зиппарата нет. Ну да, не отобьюсь. Ну я тут сам не смогу задышать. К твоим услугам. На базу союзников напали. Проси, что хочешь. Нахера такое делать? Мертвые идут. Твоя воля исполнится. Я героя потерял еще. Наш герой погиб. Союзников погиб. Я думал, что можно, но... На базу союзников напали. На базу напали. Нашим союзникам нужна помощь. Давай, давай, все, давай, все. Я все-таки больше накинял. Лич он не особо убийца. Он да скорее... ну я там нормально. Я, не, я воевал просто мало. Мог бы больше воевать. Надо было сразу вурдалак притянуть, блин, я что-то не подумал. Куда? А, чтобы маму звать? Да. Там просто палку скелетов догонишь с собой. Да была у меня палка скелетов, я жрал скелетов. У меня было две палки по три скелетов, я их тоже жрал. Можно где-то, короче, нычку тебе тоже сварганить, нежитскую, короче, поставить там проклятую землю и пару магазинов. Я ставил там проклятую землю, а вот магазины не успел поставить. Я что-то думал, что ваших там хватит. Ну, эльфийские магазины, ну, у меня были. Но у меня, что-то вы там начинаете сразу возле моей нычки ставить какие-то свои ланпосты. Я на сразу палец. А вторая нычка у меня возле таверны вражеской. Там вообще нормально никого не бывает. Ладно, надо будет подумать над этой хренью. Давай. Mm-hmm. Давай.